здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста. Так, мы с вами в прошлый раз начали рассчитывать стоимость рабочей силы. Так, то есть то, что является нормой для капиталистического производства. Правильно? Так, я вот пытался сегодня найти новые эти самые пишущие приборы. Может быть, будет писать, сейчас посмотрим. Значит, у нас первый пункт был приобретение трехкомнатной квартиры. Пишет. Так, значит, мы кредит. Первый взнос 750 тысяч, 15%, плюс 54 тысячи рублей ежемесячно платить надо. Из расчета цены квартиры имеется в виду ежемесячно на эти все 25 лет, которые мы с вами рассчитали. Из расчета цены квартиры 4 500 тысяч рублей. А всего 16 950 тысяч рублей. Это придется заплатить по ипотеке. В этом и смысл ипотеки для тех, кто ее дает. Как вы понимаете, квартира стоит 4 500, а заплатить надо 16 950. В расчете на месяц. В расчете на месяц 56 500. Квартира. Так, ну как вот я обозначу? Квартира. 56 500. Второе. Второе у нас страхование жизни и здоровья. В расчете на месяц составило 4 312, да? Страхование. 4 312. Третье. Затраты на ремонт квартиры. Из расчета два раза за все это, до 25-летний период. Это не сильно часто, правда? До 25 лет. В расчете на месяц получается, из-за того, что не часто, 2666 рублей. 666 рублей. Ремонт. Так, четвертое. На охрану, на оплату коммунальных услуг. Нет. На оплату коммунальных услуг. Коммунальные услуги. Значит, 2 400 000. И они еще поднимаются как на дрожжах. В расчете на месяц 8 000 рублей. Пятое. Охрана квартиры. Затраты. 90 000, а в расчете на месяц 300 рублей всего-то. Это охрана квартиры. Шестое. На приобретение книг, газет, журналов. Мы до этого дошли, да, с вами? Музыкальных записей, оплату интернета, мобильной связи за 25 лет набежит 480 000 рублей. Вы можете сами подумать, пересчитать, может, у вас дешевле получится. В расчете на месяц 1000. Что это такое? Это газетные журналы. Это книга, это культурные всякие вещи, да? Так, 1600. О. Седьмое. Культурно-бытовая техника. Приобретение. Культурно-бытовая техника. Музыкальные центры, фотоаппараты, видеокамеры, мобильные телефоны. За 25 лет составит 215 тысяч рублей. В расчете на месяц всего 717 рублей. В общем, даже и недорого. Восьмое. Затраты на приобретение 5 компьютеров за 25 лет. Это, конечно, очень мало. Компьютеры, да? Потому что имеется в виду 5 человек, дети вырастут. Я не думаю, что им на 25 лет хватит одного компьютера. Поэтому это явно заниженный какой-то расчет. В расчете на месяц 450 рублей. Девятый.
Владимир Ильич, а вы не хотите мне микрофон дать? А там он на столе. Он лежит, да? Хорошо. Ну, не торопись на сумму. Так. Спасибо. Так. На покупку мебели. В мебели страшно смотреть, если зайдешь мне много-много нулей. В глазах темно. Так, вот на покупку мебели 800 тысяч рублей. А в расчете на месяц, поскольку 300 месяцев, это мебель, значит, 9 мебель. А в расчете на месяц 2666. 10. Затраты на приобретение крупногабаритной техники. Техника всякая. Техника. Имеется в виду там холодильник, стиральные машины, телевизоры, посудомоечные машины. Ну вот, значит, тут можно сказать, что вот холодильников за 25 лет пару придется купить. Вряд ли выживет один. Это будет 36 тысяч рублей. На месяц 120. Стиральных машин по 16 тысяч 2. Это 32 тысячи рублей на месяц, 107, сущие пустяки. Телевизоров 2 по 12 тысяч, 24 тысячи на месяц, 80 рублей. Посудомоечных машин 2, 30 тысяч рублей, в расчете на месяц 100 рублей. Кухонных плит по 8 тысяч рублей штука, 2, 16 тысяч рублей, в расчете на месяц 54 рубля. Итого. В месяц получается у нас все 4000. Нет, на месяц не 4000, 460 рублей всего. Видите, как крупногабаритной техникой. Так, теперь надо учесть затраты на покупку кухонных принадлежностей. Тарелки, поварешки, кастрюли, сковороды и прочее, прочее, прочее. То, что нужно для обеспечения кухни. 160 тысяч рублей за 25 лет. А в расчете на месяц 533 рубля. 11 пункт. Кухонные принадлежности. 533 рубля всего. Так, затраты на покупку ванных и туалетных принадлежностей. Или мы это исключим? Не исключим. Ну вот, 270 тысяч рублей на пятерых, на 25 лет. В расчете на месяц 900 рублей. Значит, это что у нас? Ванны и туалет. Так, 900. У нас один товарищ, который юридически закончил. Посчитал и так загрустил, что больше уже не стал со мной встречаться. Потому что он понял, что ему при его зарплате это не оплатить. Казалось, сейчас я еще поднажму и. А потом оказалось, что это неподъемное вроде как. То есть можно это купить, можно то, но все. Все при нынешних зарплатах никак. Поэтому некоторые товарищи уходят в глубокую грусть после таких расчетов. 13. Затраты на одежду, обувь надо или как? Не забудем одежду и обувь. Одежду и обувь. Ну вот тут 3 миллиона надо на семью из 5 человек. А в расчете на месяц 10 тысяч. 14. Личное страхование работника. За 25 лет потребует 375 тысяч. Личное страхование. В расчете на месяц 1250 рублей. Затраты на страхование троих детей до 20 лет за 25 лет составят 900 тысяч рублей. Страхование детей.
В расчете на месяц 3000 рублей. По 1000 рублей на одного ребенка, не так и много. Оплата медицинских услуг потребует за 25 лет 2 миллиона 150 тысяч рублей. Поскольку медицина у нас бесплатная, но платить приходится очень часто. И обращаться как-то мне нужно было собрать все необходимые анализы для больницы. Все, я так пошел в свою поликлинику, все бесплатно проходит. Как дошло до УЗИ? Ну нету этого, нету. Я говорю, что делать? Не знаю. Я говорю, если это платное. А платное, вот сейчас дверь открывается, тут же сразу и сделали. И все. Мне это, в общем-то, и не надо было, но там требуется это все ставить. Так что то же самое недавно я делал, так сказать, был у ушного врача, бесплатно, конечно. И говорит, вот давайте мы вас пошлем на компьютерную томографию. Хорошо. Потом я пришел, все хорошо. Лучше вам еще сходить на магнитно-резонансную томографию. Хорошо, говорит. А это, говорит, ну, если бесплатно, это полгода ждать, но не факт, что будет. А если, говорю, платно? А если платно, в любом дворе. Ну, вы в каждый двор-то не ходите, вы какой-нибудь возьмите, серьезное учреждение. Ну, я пошел, заплатил 6 тысяч рублей в ухо, горло, нос, и послезавтра уже имел результат. Все хорошо. Живите глубже, живите лучше, дышите глубже, все в порядке. Но сначала заплатите 6 тысяч рублей. Так что оплата медицинских услуг, увы, медицинские услуги. Так, ну просто про стоматологические вам не надо рассказывать. Я честно скажу, я летом затратил 50 тысяч рублей на стоматологические услуги. Это сравняется с моим отпускным. Так, 17-е. Затраты на приобретение медикаментов. Медикаменты сейчас стали золотые, как вы знаете. Бабушки говорят, вам со скидкой не 1200, а 1100. Так, 300 тысяч в расчете. На месяц всего 1000 рублей. Медикаменты. 1000 рублей. 18. Ну, как вы представляете, такой расчет представляет интерес, чтобы знать, так сказать, вот что бы надо было для нормальной жизни. Для нормальной. А для ненормальной вы сами знаете. Как хотите, так и живите. Раз вас уже родили, куда вас девать? Душусь, придется, так сказать, как-то ждать, когда как-то все само собой образуется. Приходит пенсионер один к врачу и говорит, вот, уже пожилой, вот, плохо себя чувствую. Говорит, как у вас с деньгами? Ну, хорошо, у меня там пенсия хорошая, так сказать, такая. Ну, тогда съездите за границу, на море, вот, фрукты покупайте. И гуляйте больше, и будете себя лучше чувствовать. Потом второй заходит с той же самой песней. Что вот, плохо себя чувствую. Ну, так а сколько вам? Да вот уже много. Ну, хочется пободрее. А какая у вас пенсия? Ну, так, ничего, средняя, нормальная. Ну, покупайте фрукты и гуляйте побольше. И, наконец, один заходит, у которого пенсия 6 тысяч. Какая у вас пенсия? А, 6 тысяч? Воздух, воздух, воздух. Гуляйте. Так, плата за оздоровительно-физкультурные услуги. Лучше как надо, значит, укреплять здоровье или лечить болезни, как вы считаете? Здоровье укреплять, конечно. Лучше здоровье укреплять, правда? Лучше укрепили, чем ходить по врачам. Да. Вот я однажды в молодом возрасте ходил по врачам, думаю, что все хожу по врачам, и стал один день. А я все время экономил, защищать кандидатскую, там-то писать. А времени не получается экономить. То туда к врачу, то туда к врачу. И стал я один день в неделю играть в хоккей с ребятами там на стадионе Светлана. И все. И перестал ходить по врачам. Ну, день, конечно, у меня был дотрачен.
Зато вода какая вкусная, придешь, так попьешь. Весь красный, не такой бледный, как обычно. Красота. Так что у нас вообще должно быть что, здравоохранение или борьба с болезнями? Конечно, здравоохранение и развитие, укрепление здоровья, улучшение здоровья. Для этого нужно что? Дома отдыха, спортом заниматься и так далее. Хотя я вот наблюдаю, я всегда, когда проходил где-нибудь, подтягиваюсь, а негде подтягиваться, нету турников. Только для детей маленьких есть горочки, а уже, а ребята, вы идите куда хотите, что хотите. Чего нету? Ну, сейчас в некоторые площадки есть, но их мало, мало. Раньше мы футбол гоняли во всех дворах. Какой футбол теперь? Там автомобили и газоны. Все. Ничего, мы из Африки купим себе футболистов, и наш «Зенит» победит. Будет чемпионом. Я знаю, как победить. Надо купить лучшего тренера и лучших игроков. И я у вашей команды выиграю. Согласитесь. А потому что вы, если таких не купите, лучшего тренера и лучших футболистов, как вы выиграете? Так. Так вот, плата за оздоровительно-физкультурные услуги. Теперь, значит, это платить опять надо. Раньше вы могли пойти на стадион и занимать себя на здоровье, или в спортивный зал. Их или позакрывали, или они уже состарели. Поэтому давайте деньги, идите в фитнес-клуб, и там большой кучей будете там все бегать по дорожке беговой. 660 рублей в расчете на месяц. Оздоровительные услуги. 200 тысяч рублей за 25 лет, а так на месяц 667. Так, ну раз мы договорились, что надо заниматься спортом, затраты на приобретение спортивного инвентаря. Поскольку я еще жил в годы культа личности и тоталитаризма, то лыжи стоили там какие-то гроши деревянные, правда. Деревянные хорошие лыжи, сортовальские такие, гоночные. И бамбуковые палки, которые лучше, чем вот эти металлические, потому что в мороз ты берешь их, хоть голой рукой, они теплые. И легкие, а эти вот тяжелые. Потому что палки делают не для того, чтобы вы катались, а для того, чтобы вы деньги сдавали. И лыжи, соответственно. Поэтому сейчас, скажем, ну если ботинки там стоили столько, сколько обычные ботинки, стоили и только такие вот закрытые ботинки кожаные, лыжные, то теперь ботинки... Очень. То есть для того, чтобы экипироваться и поехать на лыжах, это значит, надо какой-то иметь опять финансовый запас. Я думаю, это вы все знаете. Так, 258 тысяч насчитали товарищи, которые считали. Сейчас считали. Я вам еще не сказал, кто считал. Сейчас скажу. Спортивный инвентарь. А считали товарищи докеры. 860 рублей на... А как они считали? Значит, в соответствии с трудовым кодексом, если начинается коллективный трудовой спор или коллективные переговоры, то работник ему и официально выдвинуты требования. Требования или отвергнуты, или промолчал работодатель. Если он промолчал, это все равно, что он не ответил. А раз не ответил, это все равно, что ответил «нет». Значит, с этого момента, когда вот работодатель не ответил или промолчал, начинается коллективный трудовой спор. Тогда необходимо, согласно закону, издать приказ представителю профсоюза или представителю коллектива в лице профсоюза. Передают список, кто будет со стороны профсоюзной организации. Ну, вот в последнем коллективном трудовом споре в зал первой стивидорной компании, где вот консультант правкома докеров, 8 человек были освобождены от работы с оплатой по среднему до 3 месяцев. По закону, до 3 месяцев. Для нас это вот не подходит, для студентов, потому что срочно за освободить, чтобы вы вообще не занимались, всего хорошего-то. А для, так сказать, людей, которые работой занимаются, и тяжелой работой, это существенно, потому что они получают возможность приходить в бригады, обсуждать с ними все эти условия, организации коллективных действий. Обсуждают ход переговоров и так далее. Ну, в частности, вот эти товарищи, которые по коллективному трудовому споре в 2014 году, который был в ЗАО, первый контейнерный терминал, под моим научным руководством, считали.
у нас они в предыдущем коллективном трудовом споре уже считали. Но тут надо было более свежие данные в 2011 году, а это был 2014 год. Вот в 2014 году они, поскольку время у них было, они считали, смотрели, просверяли, проверяли по источникам все вот эти цифры, чтобы они не были с потолка. Потому что это надо узнать, надо, скажем, звонить в магазины, спрашивать цены, звонить в фирмы, спрашивать, а сколько стоит у вас там фитнес-услуги и так далее. Ну и потом брать уже, рассчитывать их на 25 лет, а потом делить на 300 и получать вот то, что мы с вами получаем. Так что мы получаем готовое благодаря вот своей деятельности докеров. Они как все грамотные, в основном с высшим образованием, толковые. Ну и у них семьи, они уже не в том возрасте, что они не знают, что требуется, когда нужно одеть, обуть детей, накормить и прочее, и прочее. И они уже столкнулись и с ипотекой, и со всем прочим. И они это знают, просто они опрашивают тех вот у своих коллег, спрашивают, так, ипотеку взял, давай мне какие данные, значит. И вот они эти данные дают, и мы эти данные имеем. Поэтому это не расчеты, взятые, так сказать, с неба и кем-то там теоретиками сделаны. Это сделаны рабочими докерами, механизаторами за первый контейнерный терминал. Находится этот терминал, если от авто дорога на Турухтанные острова, там, по левую сторону. А Турухтан, это была птичка такая. Где была птичка, теперь там мощные подъемники перегружателей стоят. И корабли туда подходят. Так. Плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях. Но они у нас не бесплатные. Даже официально. Как говорится, все лучшее детям. А что тогда деньги с них брать за содержание детских дошкольных учреждений? Это вот тот повод был бы хороший для государства поддержать, так сказать, семью, правильно? Если у вас нет детей, ну и не платите за детские дошкольные. Если есть дети, так как будто вы им помогите тем, у кого есть дети. Не, пускай платят. Тем более не попасть вот у меня, чтобы устроить внучку, 2 года. Мой сын юрист, переписывался с Сарано. Все, она устроена. Ну, конечно, платная тоже теперь. Небольшая там плата пока. Пока небольшая. Но мы не знаем. Раньше была бесплатная, теперь небольшая плата. А все относительно. И что будет за 25 лет? Кто скажет? Так вот, 243 тысячи рублей. Это ж троих надо, детских дошкольных, всех пройти. Потом, ну, если раньше там люди приходили с работы после 8 часов, сейчас сплошные задержки. Люди все, если вы не пришли 6 часов с работы, это как бы неприлично. Не поймет руководство. Да? А дети? А дети видят вот родителей только вечером и выходные дни. Тогда они, значит, днем спят, а ночью они пытаются там общаться с родителями. Родители не спят. Так. 810 рублей получается у нас. Значит, это же детские дошкольные учреждения. 810 рублей. Так. Следующий пункт 21. Отдельные выплаты. При обучении троих детей в школе. Школа у нас бесплатная, да? Но платить надо же. То за то, то за это, то за то, то за это. И вот люди, которые знают, сколько приходится платить, надо заплатить за 25 лет 267 тысяч 300 рублей всего. А в расчете на месяц? Школа, я пишу. Школу приходится платить. 891 рубль. Так. Надо все же учесть, да? Ничего не пропустить. Затраты на обучение детей в высших учебных заведениях. Ну, я думаю, кто на бюджете, тому повезло. А товарищи, которые вот считали, им не повезло. Они насчитали 780 тысяч рублей. Хотя вот если бы поступить к нам на юридический,
Там 240 у нас тысяч в год, да, сейчас? А? Побольше? Но не меньше. Это раньше. У меня старые данные. Мне кажется, же больше. Больше, наверное. У нас 190 вот у нас в магистратуре. Я преподаю на втором курсе. У вас 150 на третьем, а у них на втором курсе магистратуры, 190. Ну, то есть там больше. Это вот это 780 тысяч, это за один год. Правильно получается? Ну, они где-то вот такое дешевое нашли. Не знаю, где они такое дешевое образование. 9600 рублей в месяц по дешевке. Высшее образование. 2600. 23. Затраты на питание дома. Как вообще, собираетесь есть дома? Или уже на фоне того, что мы записали, уже и аппетит пропал? 12 миллионов надо. На пятерых-то покормить. 45 тысяч рублей в расчете на месяц. Питание дома. 45 тысяч. А почему докеры считали? Они вели переговоры по повышению уровня реального содержания зарплаты и поставили задачу, так сказать, приближения заработной платы к стоимости рабочей силы. Говорит, вы нам давайте нормальную зарплату. Вот нормальная зарплата, мы сейчас посчитаем. И вынесли этот расчет на переговор, приложили его в качестве официального документа. А те говорят, а что это вы там? Вот там вот еще автомобиль будет. Жигули. А почему вы на автобусе не ходите? А те говорят, а вы почему не хотите на автобусе? Давайте все на автобусах, мы согласны, вычеркиваем. Но если вы не хотите на автобусе, тем более у них 12-часовые смены, утром ни свет ни заря надо ехать, и вечером после 12 часов. Ночные, вечерние, поэтому у них это раз. Во-вторых, они докеры-механизаторы, и у них есть необходимость в том, чтобы, ну, так сказать, у них, они вне работы, так сказать, с техникой, чтобы у них руки слушались. И руки, чтобы действовали. Не потому, что голова отдала уже, а потому, что привыкли. Так, затраты на питание мы посчитали. 45 тысяч рублей. Можно сэкономить сегодня. Не есть, то будет меньше. На 100 рублей. Так, затраты на питание вне дома. Вот сейчас, это наше. 4 миллиона 230 тысяч. А в расчете на месяц? Питание не дома. Не дома. 14 100. Двадцать пятый какой будет? Что у нас там еще? О, так много. Отчисление в негосударственный пенсионный фонд для обеспечения нормальной жизни в старости от 2 до 10%. Вот они насчитали 600 тысяч рублей, в расчете на месяц 2 тысячи рублей дают. Говорят, вы сами должны позаботиться о своей старости. Вы сами должны. Мы, о нас позаботилось уже государство, а вы должны сами позаботиться. Поняли разницу? Вы же молодые, вы сами должны позаботиться. А мы-то чего? Мы же пожилые. А когда вы будете пожилые, уже поздно будет. Уже вы набрали уже деньги. Вот собираете пока, складываете 2 тысячи рублей, каждый месяц отложите. 2000 рублей. Ну, это семья откладывает, конечно. Это общие расходы семьи. Отчисление в негосударственный пенсионный фонд. Вы, наверное, знаете, что сейчас несколько этих ПИФов прогорело. И вот там Центробанк думает, что делать с этими деньгами. А что делать? Вы сами отдали. Вы же сами пошли. Вам не нравилось государство? Это государство, кто держит деньги в государственных, в государственном банке, там, пенсионные средства. Ну, это считается молчуны. Дескать, они все спрашивают, вы не хотите куда-нибудь перевести, не хотите, а молчуны молчат. Основная масса пенсионеров угрюмо молчит по этому поводу. С чего это они вдруг захотели в
какие-то эти самые непонятные пенсионные фонды сдавать, которые лопаются. Вот сейчас очередная кампания по спасению этих лопающихся пенсионных фондов и государственных. Так, ну это 2000 рублей, которые, возможно, и пропадут. 26. Затрата на пользование общественным транспортом. Вас надо особо строго проверять, не ездите ли вы бесплатно. Метро, трамвай, троллейбус, автобус, маршрутка. Я вам говорил, сколько вот мы раньше платили. 3 копейки. Трамвай, 4 копейки, троллейбус, 5 копеек. Автобус. Ну, у вас жизнь стала хорошей, так вы можете себе позволить. Что, я не могу себе позволить проехать на метро? Метро было 5 копеек. Пятачок бросил туда, и ничего не надо было, никаких жетонов. Хорошо. Сейчас 5 очков нету, сейчас 5 рублей. Так. Так вот, 1 200 000. Это метро, трамвай, троллейбус, автобус, маршрутка. 1 200 000. В расчете на месяц 4 000. Транспорт. Общественный транспорт. 4 000 рублей. Как-то у меня такие детские воспоминания были, как я вот засыпаю. Мы жили в однокомнатной квартире на Московском проспекте. Вернее, в двухкомнатной квартире, в одной комнате 13-метровой. Четвером. У меня сестра еще есть. И вот я, когда засыпаю, все это обсуждают родители. Кого, чего, как, где деньги достать, как поделить, как собрать, за что заплатить, где взять долг. Ну, во всяком случае, я не помню случая, чтобы наша семья купила красную икру хоть раз. Ни разу. Зато она бы всегда была в магазинах. Всегда. Нет, такого не было, чтобы... Причем не так, как в баночках. Такие бочки были, пожалуйста. Если есть деньги, покупайте. Хотя у меня родители, ну, не сказать, чтобы, так сказать, низкооплачиваемые были. Отец работал в литейном цеху слесарем. А нынешнее Адмиралтейское объединение. А мать работала... Сначала учительницей математики, а потом работала в первом отделе секретном Балтийского морского пароходства, документы выдавала капитанам, так что тоже не самый такой у него низкий уровень был. Ну, во всяком случае, вот, как я не помню, но в пионерском лагере нам давали бутерброды с икрой. Это точно, вырезы мы были от лагеря. Так, от завода «Судомех», который пошел в Адмиралтейское объединение, там огромная была территория, красотища была. Я там научился быть музыкантом, и мою очень музыку любили, когда я играл. А играл я гарнистом, бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед. Очень все любили эту мелодию, очень всем нравилось. Так, затраты на приобретение и содержание дачного участка. Люди думают, что их спасет картошка оттуда. Закладываем, это ненормально, значит. Так, где же вы поработаете? Как вы соедините умственный труд с физическим? Как? Стулья будете тут носить? Вот, написано приобретение и содержание. Все, да? А как вы думаете? Затраты на приобретение и содержание дачного участка. 800 тысяч до 600 тысяч. Это какие-то дешевые, конечно, где-то такие нашли. Дома. Просто... Да. Участок, а дом. Это... В расчете на месяц 4667 рублей. Это 27-й пункт, дачный участок. Дача, короче говоря. 4667. Вот если закопать туда старую картошку, осенью можно получить такое же количество новой молодой картошки. Больше ты вряд ли получишь, конечно. Так, мы же не крестьяне, не умеем этого делать. Затраты на семейный отдых. Один раз в год по путевке. Можно съездить, нет? Как вы считаете, нормально это или чрезмерно? Нормально, да? Ну вот. 3 750 000 на... 25 лет-то будет.
Вот где мне ваши поездки, так, говорит отец. Обращайте на месяц. Так, отдых. Отдых по путевке. По путевке. 12 500. Недешево. 29-й пункт. Затраты на семейные праздники. День рождения будете отмечать? День рождения что-то купите же побольше, так, повкуснее, чем обычно, да? Или нет? Дети любят, знаешь. Ну вы не будете, а дети, ну как надо что-то купить. 537 500. Страшное дело. В расчете на месяц 1790 рублей. Семейные праздники. Одних дней рождения сколько получается? 5. А Новый год? 8 марта. 8 марта. День Парижской коммуны. Так. 1790 рублей. 1790 рублей. Так. Затраты на свадьбу семей как? Это сразу уже вздрагивают люди. Еще и детей нет, а уже вздрагивает. Знает уже, во что это выливается. Что-то сейчас стали пышные. Почему-то считаются нормальными какие-то пышные свадьбы. Ну, все зависит от количества. Ну вот 150 тысяч они заложили на одну свадьбу, да на три. 450 тысяч. Мало? Да вы чего? Ну, мало ли кто тратит. Это, говорит, равняйтесь на нас. Вот. Вот интересно, вот я, профессор, получаю, оклад у меня 42 тысячи рублей, оклад. Ну, на руки там 30 где-нибудь, 35. И откуда они возьмутся-то 150 тысяч? А откуда хотите? Хотите, да, вот хотите. Хотите избавиться от детей, сбагрить их, пожалуйста, тогда хоть ищите деньги. Так, ну вот 450 тысяч рублей в расчете на месяц, 1500. Вам надо, вы будете на стороне работодателя, будете с нами, согласитесь, что это немного, то, что мы заложили, правильно? 450 свадьбы, да, 30 свадьбы. О, 1500 рублей всего-то на месяц, и нечего жадничать. 31. Затраты на посещение театры, музеи, концерты, как вообще, как у нас культурная столица. Будем посещать концерты, музеи. Вот, например, недавно мы с женой были на концерте, Маслеев выступал, первая премия пианист на конкурсе. Замечательный был совершенно, в концертном зале у Мариинского театра. Знаете концертный зал, да, где находится? Не в Мариинском. Там Маринка 1, Маринка 2 и концертный зал, в концертном зале. Ну, тут мы сейчас с вами только считаем. Считаем в расчете на месяц, значит, кинотеатр, музей, концерты 4 миллиона 200 тысяч. В расчете на месяц 14 тысяч. Ну, детей будете их вводить на елку, на то, на все. Так, 4 миллиона 200 тысяч в расчете на месяц 14 тысяч. 14 тысяч, как это? На культурное развитие, говорю. Культурное мероприятие. Так, 32. Вот затраты на приобретение автомобиля в кредит. 4 автомобиля за 25 лет. Это много? За 25 лет? Нет. Их некоторые через 3 года меняют. Смотри, а тут за 25 лет 4 автомобиля. Это сколько же он? По 6 лет? Ну уж вот. Всякое. 2 миллиона 80 тысяч. В расчете на месяц 6 607. 2 миллиона, как вы понимаете, 4 автомобиля за 2 миллиона. Это самый простой, так сказать. Автомобиль самый дешевый. В расчете на месяц 6 607. Ну вам же ехать или что, или вам красоваться? Если красоваться, покупайте Lexus. В расчете на месяц 6 600. Автомобиль. 6 670.
33. Страховка, налоги на автомобиль за 25 лет. Это как ипотека, ипотекли. 1620, 1 626 900 рублей. В расчете на месяц 5 420. Расходы, я пишу, на автомобиль не все. Так, 5 420 34. Эксплуатационные расходы на бензин, на техническое обслуживание, на автостоянку. На бензин при пробеге 20 тысяч километров в год из расчета 10 литров на 100 километров, все посчитали товарищи докеры, они тут спецы, составит 1 700 000. В расчете на месяц 5 670. На техническое обслуживание автомобиля за 25 лет 312 600. Не будете технически обслуживать, попадете в аварию. Совсем не надо будет ничего платить. В расчете на месяц 1042 рубля. На автостоянку за 25 лет, чтобы не угнали, и чтобы не проржавел. Да, он даже с автостоянкой проржавеет, даже без гаража. 900 тысяч рублей. В расчете на месяц все это 3000 будет. А итого в расчете на месяц 9712. Вот эти все расходы, эксплуатационные расходы. Эксплуатационные расходы. 9712 рублей. Так, что там у нас еще? Так, ну, сейчас о грустном будем. 25 лет, понимаете, что такое? Нет? Вот так. 25 лет затраты на погребение умерших родителей. Вам хорошо, у вас родители есть. А у меня родителей нет. Поэтому я спокойно на это смотрю. Хотя я своим внукам говорю, вот, говорю, у вас родители, если они вас ругать могут, меня никто не может ругать, у меня ни папа нет, ни мама нет, смотрит так, не нравится. Не нравится все-таки. Так, что, 150 тысяч? На 4. Родители только у вас, что ли, а у мужа нет родителей? А вы думаете, у мужа нет, да? Хорошо. Или у мужа есть, у жены нет. Хотели сэкономить, не получится. 4, 660, 150 на 4, 600 тысяч рублей. Не, ну можно и дешевле там сейчас. Если нет денег, государство по зену в мешке может захоронить. Так, 2000 рублей. Всего там ерунда. 35. На погребение. О. Между прочим, докеры, конечно, это заложили в коллективный договор. Все вот это. А как? Откуда? Из воздуха, что ли? Откуда они деньги возьмутся? Только из зарплаты. У наемных работников. И откуда возьмутся деньги? Или ограбить кого? Зарезать? Это другой вариант. Так, 2000. А потом вот умные люди говорят, что не надо, нельзя работать без резервов. Какой-то резерв-то надо быть, мало ли что случится. Что, ничего не случится за 25 лет? Ничего не случится. Такого, что мы не предусмотрели. Случится же. Правильно? Так на этот случай надо резерв иметь. Ну вот из расчета 1,5 миллиона на 25 лет. На год-то мало получается. А в расчете на месяц 5 тысяч рублей. 5 тысяч вот вы каждый раз закладываете на всякий случай. 36. Резерв. 5000 рублей. Ну вот, собственно, 36 статей расходов. Вот теперь начнем суммировать. Вот если все это просуммировать, все затраты за все месяцы, на один месяц, все на один месяц у вас, да, то получится у вас, что среднемесячные затраты на воспроизводство работника и членов его семьи составят 235 709 рублей. Вот она, так? 235 709. Это для нормальной жизни. Так, а мы считаем же зарплату. Такой налог-то 13% надо заплатить зарплаты. Значит, надо, чтобы после уплаты налога
Осталось 235 709. С учетом этих 13% налога, значит, надо, это легко посчитать, значит, это надо 235 709 разделить на 1 минус 0,13. И получится, то есть на 0,87 надо поделить. И получится 270 930. То есть надо получить 270 930, когда вы отсюда 13% уберете, получится у вас 235. Вот. Вот это у вас. Таким образом, денежное выражение стоимости рабочей силы работающих членов семьи из 5 человек составляет в 2014 году 270 930. Сейчас, конечно, уже больше. 15. А если в семье работает не один, это вот на двоих. Если в семье работает не один из родителей, а вот у докеров один работает обычно. Потому что такая работа, что ее с детьми надо сидеть. В том числе и с подростками, потому что если подростки сейчас не посмотришь за ней, ничего хорошего. Но если в семье работает не один, а двое, то надо учесть, что сколько, насколько освобождает в связи с рождением детей государство? 3 года. 3 года. А 3 ребенка по 3 года сколько будет лет? 9 лет. 25 отнять 9. Что получается? 16. Вот 16 лет, значит, один работает 25, а другой 16. 16 за эти 25 лет. Значит, зарплата должна быть это получена. Зарплата должна быть получена. За 25 лет одного и за 16 лет другого. Правильно? Так, вот если мы это дело... Нет, зарплата, вернее, получена... Так как надо дом, вот надо нам поделить, да, на 1,64. То есть у вас как бы работают не 2 работника, а 1 человек и 16/25 другого. Так? Ну, 1 человек полностью работает, 1. И 2 16/25. То есть всего у вас работает 1,64 работника. Ну вот, значит, надо зарплату, чтобы узнать, поделить на 1,64, чтобы узнать работу, зарплату одного. Вот если мы поделим на 1,64, будет 165 201. 165 201 руб. Вот она. Вот она, стоимость рабочей силы, рабочая в Санкт-Петербурге в ценах 2014 года. 165 201 рубль. Что, мало, много? Это с учетом налога? Все мы посчитали. Нет, с учетом налога вот. Мы сначала убрали, сколько нужно иметь. А потом мы делили на то, что это не на один человек, не на одного человека. Это вот 270 930 вы должны добыть. Как вы должны их добыть? Работать надо. Получать зарплату. А работает у вас 1,64 работника. С учетом того, что 9 лет не работает. Один из них. Может и отец не работать, пожалуйста. Его дело. Закон позволяет, там, скажем, может, жена может 1 год поработать, то не работать, а 2 года может сидеть там с ним отец. Это, пожалуйста. Поэтому это безразлично. Но в итоге 165 201 рубль. Должна быть зарплата в месяц. Тогда вот все вот это, то, что мы нарисовали, укладывается. Но если не 165 тысяч, а меньше немножко, то чего-то... Чего там нам про свадьбы там? И родителей можно не хоронить. А что они уже умерли? Да? А дети должны расти сами там. Меньше надо им заниматься, меньше покупать. Компьютеры выкинуть к чертовой матери. На лыжах кататься не будем, будем бегать босиком. Некоторые ходят босиком.
Экономите. Это уже будет ненормально. А мы считали нормальную зарплату. Нормальную. Мы считали стоимость рабочей силы. Но вот если такая будет заработная плата выплачиваться, значит, прибыль тоже будет нормальная. И такой проблемы, как много вывозить за границу, в офшоры, не будет. Деньги-то выводятся. Какие деньги? Чьи деньги выводятся? Выводятся деньги, вот, невыплаченные рабочим. Так? А итог какой будет? А рабочие, как известно, понесут эти и другие трудящиеся, не только рабочие, это может относиться, это стоимость рабочей силы, но, в общем-то, она относится к людям умственного труда, вполне это расчет. Значит, они понесут куда? В магазины. Значит, в магазины получат прибыль, будет, значит, быстрее оборот идти, товарооборот. Быстрее товарооборот, будет стимулироваться производство, производство будет расти. А у нас производство сейчас хиреет. У нас сейчас производство находится в состоянии застоя и снижения, понижение идет сейчас. А как оно? Что нужно, чтобы вот зарплату заплатите больше? Сейчас пойдут люди в магазины, эти с полок все снимут, и давай новые тогда, давайте. И пойдет рост экономики. И всем известно, это экономистам всем известно, что для стимулирования развития экономики нужен рост зарплаты. Нет роста зарплаты, ну и нет этого. Потому что, скажем, господа предприниматели, они предпочитают покупать иностранную продукцию и оплачивать иностранного производителя. Вот и все. Машины иностранные, дорогие. Там всякие вещи иностранные. Поедем не на Байкал, а поедем в Турцию. Туркам надо пожить хорошо. Надо деньги туда отвезти и так далее. Прочее, прочее. То есть это вот, так сказать, предмет для глубоких обсуждений. Но это вот зарплата, которая является нормальной. Значит, нормальной зарплаты у нас работники не получают. Отсюда вытекает задача. Задача вытекает решение этой проблемы. Доведение зарплаты до стоимости рабочей силы, как общей проблемы, которую необходимо решать. Экономическая проблема. Это не проблема только рабочих, это проблема вообще развития экономики. Если у вас рабочие не могут обеспечить нормально свою семью, нормальной экономики не будет. Логично? Значит, я хочу вам зачитать, что этот расчет произведен рабочими ЗАО «Первый контейнерный терминал» Куслиным Евгением Ивановичем, Куртовым, Каретниковым и Белановым на базе первичных расчетов докеров-механизаторов Градусова, Ремезова и слесаря Тиунова. Вот. И вот у меня есть брошюрка, которой указано, откуда они это все брали, с какого сайта, из каких данных и так далее. Потому что это не, так сказать, из потолка взято и не из головы расчета. Я вот вам в группе дам такой, чтобы можно было познакомиться, почитать. Это я книжечку делал для магистров такую. Вот вы можете воспользоваться. У нас раньше был кабинет, можно было в кабинет дать. Я сейчас не знаю, куда и давать. Там ремонт-то закончился в этом, внизу, в кабинете общественных наук. Я бы туда дал бы парочку. Но если вы узнаете, то вы мне скажите, я и отнесу. Потому что, вот скажем, куда дать, вот, чтобы студенты могли пользоваться? Был кабинет, я всегда относил все, что надо. В том числе относил туда книжку нашу с Федотовым «Введение коллективного трудового спора за заключение коллективного договора». Оттуда все книжки пока увезли куда-то в фонды, пока там ремонтировали. А ремонт закончился, нет? Не знаете? Не ходите туда? Внизу, на первом этаже в нашем доме. Ну вот надо будет поинтересоваться, потому чтобы как-то можно было книги передавать. Так, вот надо посмотреть. У кого-нибудь есть интернет, есть? Посмотреть на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии. Есть этот расчет? Должен быть. Если нет, я могу его повесить туда, сказать, чтобы они повесили. Кто-нибудь, посмотрите. Фонд рабочей академии Московского отделения.
Есть там расчет стоимости? Вот на основном сайте фонда более старый висит, по-моему, а нового нету. А вот на московском отделении там должен быть новый расчет. Я думаю, там в разделе библиотека, наверное. Вот эта брошюрка прямо должна висеть целиком. Политическая составляющая социально трудовых конфликтов. Ну вот эти расчеты, которые мы с вами сделали, они заставляют нас подумать о том, как воспользоваться этими расчетами и что это означает. Это означает, с учетом того, что мы с вами разбирали вопрос и ответ на вопрос, когда нам повысят зарплату, какой? Никогда. Никогда. Потому что зарплату повышать должны те, кто продают товар. Правильно? Цену своего товара могут повысить те, кто его продают. Странно было бы, чтобы покупатели товара, в данном случае работодатели, пошли бы на то, чтобы они стали повышать тот товар, цену того товара, который они покупают. Это странно. Отсюда, ну, первый вывод, что это дело, прежде всего, тех, кто продает рабочую силу. То есть работников. А отдельный работник может? Отдельный работник попадает в такую ситуацию, что он-то бы и предложил большую цену, но никто у нас такую цену не купит, потому что имеется монопольный сговор тех, кто покупает. Правильно? Как вы думаете, у нас работодатель в настоящее время имеет свои организации, которые называются «Союз промышленников-предпринимателей», где они отслеживают в том числе и уровень заработной платы. Потому что если вот вы, предприниматель, повысите своим, значит, мои теперь будут бунтовать. Да мы вам тогда покажем, если вы будете это делать. Правильно? Причем не с рабочими будем воевать, а с кем? Предпринимателями, которые не соблюдают общий этот ценовой сговор. И это очень сильная вещь. Поэтому думать, что это вот можно решить только отдельными усилиями отдельных, не только отдельных работников, но и даже отдельных предприятий. То есть предприятия, которые выбиваются по этому уровню, они подвергаются под всякого рода репрессиям. В том числе, я имею в виду именно предприятия. Вот возьмем это ЗАО «Первый контейнерный терминал». Это современнейшее предприятие, на котором имеется современная техника перегрузочная. Высочайший уровень производительности труда, мировой уровень. Очень квалифицированный состав и руководителей, и работников. Но вот поскольку... И, кстати, там уровень заработной платы вот выше, чем в других компаниях порта. В силу того, что товарищи рабочие вели коллективные переговоры регулярно, организовывали коллективные трудовые споры по проблеме повышения уровня реального содержания зарплаты, включили в коллективный договор даже вот такое специальное приложение 24-е, в котором можно было... согласно которому необходимо было повышать заработную плату в связи с ростом производительности труда. Выросла производительность труда, значит, повышать зарплату. Причем покрывать уровень, по формуле покрытие уровня инфляции плюс определенный коэффициент от роста цен, от роста производительности труда. Но на сегодняшний день, я хочу сказать, во всех компаниях порта есть, так сказать, работа, а в этой компании, которая стала... не компании отечественных производителей, а там теперь работодатель Global Ports, иностранный, объемы грузов резко сократились. На следующий год меньше грузов. А когда объемы грузов сокращаются, то уже как зарплату повысишь, когда идет падение объемов перегружаемых. Падение объемов производства. То есть отсюда вывод, что всякого рода настроение, что такую крупную проблему, а когда вы на цифры посмотрели, то я думаю, что это мысль о том, что вот это вот сейчас мы пойдем и решим, попросим и договоримся, должна отпасть, это крупная российская проблема, экономическая и
в целом социально-экономическая проблема и политическая проблема. И для того, чтобы ее решить, нужны совместные действия кого? Всех работников, работников самых разных сфер, потому что так не бывает, что в какой-то сфере вот будет такая большая зарплата, а в других сферах совсем маленькая. Хотя различия большие по сферам, безусловно. Но если говорить о том, мы сейчас ведь считали не что вы производите, а мы считали, что нужно для нормальной жизни. То есть примерно, конечно, колебания могут быть в этом отношении. Не всем, может быть, да, обязательно нужно записывать автомобиль, хоть бы и дешевый. Так? Ну, наверное, всем надо записывать квартиру, потому что никто эту квартиру не дает, как вот по очереди не получишь. Наследство достать. А? Наследство — это вы ждете, когда умрет бабушка. Что? Вот. Уже. Да. Спрашивают, как бабушка себя чувствуешь? Она говорит, хорошо. А дедушка как себя чувствует? Наследство. Ну что, мы же с вами посчитали за всю жизнь. Это же не значит, что вот сегодня на завтра. Мы же не сказали, что в первый год. Ну хоть за 25 лет-то можно купить квартиру? Что это за заработки? Что это за работа такая, что нельзя купить? Ну вот я, например, уже имею стаж 71-го года. Это сколько? 44 года, да? Вы купили квартиру? Я квартиру не купил. Но хоть моя семья переезжала. Вот мы жили сначала в проходной 11-метровой, потом отец получил комнату 13-метровую в сталинском доме, так сказать, в Московском проспекте. А потом мать получила квартиру трехкомнатную. Комнаты, правда, были небольшие, 6 метров. Так мать и жила в этой 6-метровой с отцом. Бульвар Новаторов, дом 1. А, значит, сестра с мужем 8-метровый, а я в проходной находился. А потом я удачно женился и переехал к жене. Так что проблему можно решить. Причем ключ подходил, который от нашей квартиры туда подошел. Только вставлять надо не так, а вот так. Так что есть решение. То есть это очень серьезная и большая проблема. Теперь мы смотрим, а как это, насчет ее решения. Значит, у нас есть профсоюзные объединения. Их два. Крупных профсоюзных. Даже, можно сказать, самых крупных два, но есть и другое. Вот есть, например, ФНПР, Федерация независимых профсоюзов России. Это наследница тех профсоюзов, которые были в России, в ЦСП. И есть КТР. Конфедерация труда России. Значит, вот руководство ФНПР сращено с руководством Единой России. Единая Россия — партия работодателей, так скажем мягко. Значит, ФНПР, вот, в лице товарища Исаева, который как раз и двигал и кодекс, это я вам оставил, книжечку отдам до группы. В лице товарища Исаева, который секретарь ФНПР и входит в Генсовет Единой России. Значит, как вы думаете, будет там борьба за приближение зарплаты к стоимости рабочей силы? Вы видите такую борьбу со стороны профсоюзов? Как они борются? Со стороны ФНПР раньше были какие-то элементы борьбы. То митинг проведут около Дворца труда. У нас же площадь есть, там Дворец труда. Это наша Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Правда, они очень интересно проводят митинг раз, как только у них рабочее время закончилось, у этого профсоюзного состава освобожденного. А митинг заканчивается на этом там. В 17 часов, они в 16 начали, в 17 закончили. Но все равно выступали, там, давайте зарплату повышать, что-то требовали. Вы видели, какие митинги? Я уже давно не видел. Вот фордовцы, те вот постоянно выступают. Вот в том числе был митинг и демонстрация, разрешенные. Демонстрации прошли от Горьковской до Марсового поля. На Марсовом поле был митинг. И надо сказать, что вот фордовцы, они являются одной из немногих организаций, где в коллективный договор включено такое правило.
каждый год повышение зарплаты на индекс инфляции плюс 2,5%. То есть они как бы своим коллективным договором защищены от инфляции. Дальневосточные докеры, у них еще более прогрессивное положение в коллективном договоре. Это вот одно из решений этой проблемы, найденное уже. Это в коллективном договоре записано, что повышение заработной платы ежегодной на индекс инфляции плюс 5%. Ну, это повышение реального содержания зарплаты. Что прописано у нас в статье 130 и еще в статье 134 Трудового кодекса РФ. В 130 статье записано, что государство гарантирует обеспечение уровня реального содержания зарплаты, обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Гарантирует. А как оно гарантирует? Оно дает право работникам вести коллективный трудовой спор и добиваться. Дескать, вы добиваетесь, ваши требования не только справедливые, не только обоснованные, но и законные. Воюйте. Мы с вами. Чего так плохо воюете? Так, значит, второе объединение, КТР. Там три руководителя. Председатель, президент и генеральный секретарь. Вот председатель входит в совет при президенте, член президентского совета. Ну, тоже, так сказать, как бы представитель работодателя. Поэтому надо сказать, что КТР в лучшую сторону отличается от ВНПР. Но в последнее время, когда, так сказать, вот всех собрали, так называемых свободных профсоюзов, членов свободных профсоюзов под эту крышу КТР, они стали под крыло, попали под крыло Единой России и президентского совета. Ну, работодатели, вот режьте меня, если я работодатель, ну чего я буду вам повышать зарплату? Подумайте сами, какой у меня интерес? Никакого. Никакого. У меня интерес повысить прибыль, правда? Поэтому надо с пониманием отнести. Вот ко мне-то отнеситесь с пониманием. Я человек неплохой, но я персонификация капитала. Чего хотите от капитала, чтобы он не требовал самовозрастания? Окститесь. Читайте «Капитал» Маркса. Там все написано «Капитал», иначе не может действовать. Есть Федерация профсоюзов России, можно сказать, которая выбивается из этого разряда. Федерация профсоюзов России. Вот мне приходилось быть на учредительном съезде этой федерации. И я выступал когда от имени Фонда рабочей академии, президентом которого являюсь. Я, значит, говорил, что приятно, что образовалась федерация, которая не независимая от работников и не свободная от работников. А желательно, чтобы была федерация как раз зависимая от работников и делала то, что этим работникам надо. Вот эта федерация есть. И вот эту федерацию управляет по существу, если брать коллектив, профсоюз авиационных диспетчеров России. А президентом является Сергей Анатольевич Ковалев, президент этой федерации. Надо сказать, что они имеют колоссальные успехи в борьбе за повышение заработной платы и проявили там, в этой борьбе, настоящий героизм. И изобретательность. Они как раз пример такого профсоюза, которым все запрещено. Забастовки запрещены, коллективные трудовые споры запрещены. Как? А у них была картина такая. Вот, 15 лет назад заработная плата авиадиспетчеров была примерно 15 тысяч рублей. И дело шло к тому, чтобы рассыпалось вообще воздушное движение России. Потому что никто уже не шел в авиадиспетчеры, потом если туда попал, потом, кроме того, что ты вот так знаешь, как самолеты направлять, и это ответственная и опасная работа в этом смысле, дальше ты уже никуда не пойдешь. И вот они начали коллективную, очень продуманную, организованную борьбу в масштабах всей России. А работодатель у авиадиспетчеров государства российское. Значит, какие были использованы при этом средства? Средства все используют сугубо законные. Первое законное средство было такое. Профсоюзные собрания стали проводить. Бесконечный.
вот объявили профсоюзное собрание, посвященное повышению зарплаты, и проводим его. Ну, чтобы вы представили себе, вот сейчас у вас, что у вас там, сколько еще у вас занятий-то идут? До скольки? А, сегодня? Сегодня. Да. До 13:50? Нет, до 15:30. Вот до 15:30 идете вот в аудиторию в эту. Я прихожу и проводим с вами собрание профсоюзное. Естественно, вечером никуда не уходим. Вот, телефоны есть, позвоните, у нас собрание. Сегодня не приду домой. И завтра не приду. Да и послезавтра, потому что у нас вот бесконечно. А когда придешь? Когда зарплату нам повысят? Тут мы начинаем звонить наши средства массовой информации, говорить, что вот у нас вот собрание за повышение стипендий или зарплаты. И вот, так сказать, они приходят, правда, их будут стараться не пускать. Вот я сегодня еле-еле прошел в главное здание университета. Там уже теперь чипы сделали, так сказать, все это только так вот. У меня, правда, пропуск профессора университета, но он как-то на эти вот на вертушки не действует. Я думаю, а что, сделать ли мне чип, а там очередь. Думаю, я, конечно, могу постоять в очереди, могу лекцию прочитать. Я вот подумал и решил прочитать лекцию вам. Не знаю, правильно я поступил, нет. Ну, в общем, пробился я, короче говоря, через, так сказать, с красным этим удостоверением там, побеседовал с товарищами на выходе, сказать, да вообще для кого у нас университет? Ну, я думаю, по-моему, не для нас. И не для вас, кстати, чтобы вы знали свое место. Для тех, у кого есть пропуск. Вот, для тех, у кого есть пропуск и кто их выдает. Ну вот, я уж не буду говорить о том, что в один прекрасный день, вот, товарищ Огнев, с которым я лично знаю, я с ним вместе работал на экономическом факультете, который был проректором по хозчасти, сделал липовые документы о том, что на 12 миллионов покрыто здание 12 коллегий. 12-12 миллионов. Никто там ничего не покрывал? Никто не покрывал. А деньги рассовали по карманам. Потом было большое уголовное дело. Вы этого не знаете. Поэтому, когда люди начинают изображать, что они такие вот строгие, это всегда говорит о том, что они вот не там ловят. И не тех. Вот в банках бывает охрана. Особенно в тех, которые лопаются. А охранять они должны с другой стороны. Народ должны охранять от этого банка. Жулика. Ну а Гегель по этому поводу говорил следующее. В абсолютной тьме также ничего не видно, в абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Если все будешь вот так вот все охранять, то будет то же самое. Потому что первое, что делает человек, который хочет что-то пройти или достать, он делает ксиву. Если взламывают, сейчас взламывают сервера там, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, то думать, что нельзя сделать какой-нибудь чип, это детский сад. То есть это все хлопоты будут, и проблемы только для обычных нормальных людей. А для тех, кто является бандитом, вообще все вот эти дежурные у нас появились после того, как пришли люди, бандиты, в ректорский флигель, и угрожая оружием, заставили открыть сейф и выдать бланки, 500 бланков дипломов университета, номерных. Ну, уже люди с этими дипломами в разных республиках ходят, так сказать, и демонстрируют, что они окончили Санкт-Петербургский государственный университет. А что касается печати, вы же знаете как, что нужно для того, чтобы поставить печать. Вам нужно печать сделать? Идете, делаете. А? Просто идете и делаете. Придешь и делаешь, и все. Что вам? Какую печать? Любую. Любую. Вот и все. Раньше, конечно, там мудрили, там яйцо прокатывали вареное. Потом накатывали. Сейчас как все гораздо проще, на компьютере тебе сделают точно такую же печать. Поэтому нет такой проблемы. Можно подумать, что если вы сделаете чипы, не сделают соответствующие чипы. Если кому надо. Так, ну это уже в сторону. А вопрос стоит у нас о том, что вот такие сделали они собрания и не уходили домой. Жены приходили, еду приносили, дети приходили, здравствуй, папа. Вот, с ним общались и так далее. Короче говоря, вот так в Калининграде через месяц, а собрание шли на работу.
Ну, как бы, вот представьте себе, что вы вот сюда в аудиторию пойдете, а так мы будем сидеть, выберем какой-нибудь там зал и будем сидеть. Там вот фойе какое-нибудь. Фойе уже нет у нас, не знаешь, где, куда здесь. Там на ИСФАКе есть фойе. Ну, а мы тут будем болтаться по коридорам, значит. Не, мы будем в одной аудитории сидеть, и все. Нет, скажут, тут занятия. Надо что-то придумать, чтобы было где-то вот... Ну, будем в коридоре на вот этих подставочках сидеть. Все будут, за что вы сидите здесь? Особенно вечером. Да вот ждем, когда стипендию повысят. Так не повысят же, не знаю, может повысят. Ну вот если бы просидели так, я думаю, может и повысили бы. Но что-то как-то... Так ведь не повысят. Тем более Голикова сказала, что вот, что вы здоровые, молодые, недавно совсем. Какое вам повышение стипендии? Идите, работайте. А зачем тогда очное обучение? Ну закройте очное тогда, делайте вечернее. Зачем вы вечернее закрыли обучение? Было же вечернее обучение для тех, кто и живет, работает. Ну это разные формы. Я вот на очном учился сразу после школы, на матмехе. Я видел, как тяжело было заниматься математикой тем, кто хотя бы 3 года проработал. Они все забыли. А уж когда человек прозанимался, вот получил образование, ну тогда и можете... Это все уже неизгладимо. Меня спросите, что такое определение предела, я вам сразу скажу. Сказать? Число n. Нет. Число a является... пределом последовательности xn, при n стремящемся к бесконечности, если для любого сколь угодно малого положительного числа эпсилон найдется такой n большой, что для всех n больше n большого, xn минус a по абсолютной величине меньше эпсилон. Понятно? А некоторые теоремы я еще уже забыл, в чем их содержание, но помню наизусть, что гомоморфный образ группы, изоморфен фактор группы по ядру гомоморфизма из теории групп. Учили. Ну, учили, так сказать, ну, здорово учили и так. И требования, нам у нас времени лишнего не было, и у вас, я думаю, его нету. Некоторые думают, что есть лишнее время у студентов, давайте, так сказать, ну, так давайте что-то решим, если не надо нам высшее образование, давайте, вроде всем странам надо, только нам не надо. Давайте покороче сделаем. Вот давайте покороче вам сегодня виток, так сказать, все, и кофточку покороче. Все покороче надо сделать, и дешевле будет. Так один к Скорняку пришел, конечно, а можно сделать 2 шапки из нее? Только можно из этой шкуры, А3, А4, А5, А7. Нет, 7, говорит, уже не смогу. Значит, вторая форма какая была. Значит, в Сургуте не выдержал работодатель и выгнал на мороз. 30-граммостный мороз выгнал этих авиадиспетчеров из здания аэропорта. Вот собрание их. Хотя собрание-то вы можете проводить сколько хотите, да? Тогда профсоюз объявил голодовки. Весь профсоюз голодал. Все, как один. Вот. В одном... В Вологде, значит, попытались уволить нескольких авиадиспетчеров. Все остальные сразу же написали, вологодские авиадиспетчеры, все написали заявление по собственному желанию. Ну и чтобы не закрылось движение в России по этому направлению, всех восстановили. Ну, а, в общем, рисковали, конечно, товарищи. А у авиадиспетчеров порядок такой, вы должны сначала пойти к врачу, а потом на работу. Вот они приходят к врачу, смотрят их, голодали уже 2 дня, смотрят, давление не такое, вот, сердцебиение повышенное, и нет, не пропускают на работу. Мне говорят, я пойду работать. Нет, вы не ебас, не пропускаю. Ну, раз не пропускаете, и раз, и стало сокращаться, закрываться воздушное движение. Забастовок нет. Вот вы имеете право не есть? Вот послушали мою лекцию, в качестве протеста вот не будете есть 3 дня. Имеете право? Да. Я вам насчитал такие цифры, так грустно стало на душе, и не хочется даже есть. Аппетит пропал из-за вашей лекции. Может быть такое? Что можно к вам прийти? Ничего. И так хотят, чтобы вы не ели, так уже прямо выступают, дескать, не надо вам повышать стипендию. Много не наешься с нее. Короче говоря, когда... Вот так стали развиваться события, договорились о повышении зарплаты.
Значит, зарплата авиадиспетчеров сейчас на уровне вот того, что мы насчитали. До 250, от 40 тысяч до 250 тысяч рублей. Примерно. То есть, ну, они, у них зарплата вышла на уровне стоимости рабочей силы, и они записали в коллективном договоре, что фонд зарплаты должен зависеть от доходов компании. И вот когда стали говорить, что у нас все кризис, кризис, а самолеты-то летят через наше небо, и они оплачивают иностранные. И вот за пролет большие суммы получают. Поэтому Аэрофлот все время имел, госкорпорация по воздушному движению имела все время большие доходы. И в итоге сейчас, так сказать, вот, можно считать, что в основном эту проблему решили. Хотя вот был еще один эпизод в Ростове. Там, значит, местный начальник решил, что это вот то, что вот тут сидят собрания, продолжают, и собрания тут на работу, это подрывает безопасность движения. Написал на них в суд. Состоялся суд. Значит, диспетчеры доказывали, что мы не подрываем безопасность, а директор генеральный доказывал, что подрывает. Тогда суд принял решение так, запретить проводить в ночное время с 23 часов до 7. Нет, до 8. До 8. Хорошо, сказали диспетчеры, мы народ законопослушный. И стали проводить это собрание только с 8 до 23. Потом идут домой спать утром к 8. Как штык, уже тут они на собрании. Сидят в аэропорту и обсуждают, когда им повысят зарплату. В итоге, если там вынуждены были пойти на уступку. То есть я хочу вот привести вам этот пример реальный, который говорит о том, что одни люди объясняют, почему у них ничего не получилось, а другие думают, как сделать, чтобы получилось. Вот я, значит, сборник материалов, конференции, посвященной коллективным договорам, привез туда профсоюз авиадиспетчеров, встретил меня президент профсоюза, помочь мне даже принести, и говорит мне по дороге, так, мы идем к ним в офис, пропуск оформлять. У нас сегодня спартакиада. Ну, я как-то так мимо ушей, я вроде не за этим приехал. Да у нас, говорит, весь профсоюз сегодня бежит. Я думаю, подумаю, профсоюз бежит. И что? 5 километров. Я опять никак не могу понять, зачем мне это рассказывать. Ну, вот 5 километров пробежит, потом иду к врачам на работу проситься. Вот вы 5 километров сейчас вот пробегите и сразу к врачу. И посмотрим, как у вас будет, какие показатели. Раз. Вот вам. Да. Или, значит, у них была договоренность после вот этих голодовок. У нас 13-10, да? Договоренность была такая, что не подвергается преследованию никто из тех, кто участвовал в голодовках. Что это дело личное. Однако, несмотря на это, омские и новосибирские руководители госкорпорации, отделения госкорпорации по воздушному движению, подали в суд и присудили, что вот омским и новосибирским авиадиспетчерам запрещено голодать. Вот мы в газете, где я главный редактор, значит, сразу нарисовали судебных приставов, которые с большой ложкой идут, значит, кормить авиадиспетчеров. Вот. А президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Ковалев выступил и сказал, мы народ авиадиспетчеры, сугубо законопослушный. Вот эти 12 человек не будут голодать. Голодать будут все остальные. А они будут переедать. Я вас уверяю, результат будет тем же самым. Вы не пробовали 3 обеда съесть? И сразу на приборы. Вот такая история. Потом тот генеральный директор, который им противодействовал, его сняли. Они требовали его снять, и его сняли. Следующий генеральный директор более мягко относится к требованиям, более внимательно к требованиям авиадиспетчеров. Ну вот это, так сказать, хотя это не, они сами по себе по положению не рабочие, это люди умственного труда, но очень ответственного и очень важного. Очень важного. Вот, причем постоянно выступает президент и говорит, что их сокращают, а от этого, вот как раз от этого как раз зависит безопасность движения. Они уже не видят
все пространство. Вот последний случай, когда французский предприниматель, который к нам приезжал, на своем самолете вылетал, там раньше было, с одной стороны сидел диспетчер с одной стороны полосы, и с другой стороны полосы, и центральный, в центре, на вышке сидел человек. Их сократили и того, и этого, остался один. И вот когда он смотрит на полосу, там все чисто. Вот он дает разрешение на взлет, а после этого уезжает туда какой-нибудь автомобиль, который там уборку делает и так далее. То есть нет у него всего обзора. А искали стрелочников, и вот этих диспетчеров, которые в это время были, их подвергли заключению в СИЗО. И проходили митинги большие, в том числе я участвовал и выступал на митинге в защиту авиадиспетчеров, и их выпустили из СИЗО. Признали, что они не виноваты. А те люди, которые так организовывают работу, виноваты. Так можно организовать работу, то что обязательно будет какой-то срыв. То есть вот проблема, которая стоит, эта проблема у нас не решена. Хотя, как вы видите, ныне действующие там представители финансового блока только и думают, как зарплаты сократить. И что в итоге получается? В итоге получается застой экономики. И еще они думают, как проценты за кредиты увеличить. Какой у нас сейчас ставка ключевая процента, знаете? 16, 11. Это по этой ставке получают коммерческие банки. Коммерческие банки накидывают свои 10, получается 21. А какая норма прибыли у предприятий любых форм собственности? Ну, 10 самое лучшее. Значит, если норма прибыли 10, а отдать надо на вложенный капитал, а отдать надо 21. Поэтому никто не может ничего развивать, никто не может. Причем об этом говорят и рабочие, и говорят, и Дерипаска говорил, что у нас недавно выступил на совещании, сказал, что у нас наша финансовая система имеет все признаки ростовщической. То есть хотят просто давать долг, не занимаются развитием производства. А банки, по смыслу банков, это такие организации, которые должны временно свободные средства накапливать, временно свободные в хозяйственном обороте средства накапливать и направлять туда, где есть временный недостаток в этих средствах. За среднюю норму прибыли, а не вот не за 21%. Поэтому банков у нас в точном политико-экономическом смысле нет. А есть ростовщические конторы под разными названиями. А что делали ростовщики в средние века тоже? Придите ко мне, у вас нечего есть, да я вам дам долг. А если вы не отдадите под 21%? Нет. В долговую яму нет. Все, вы там сидите. Там мы, правда, забыть можем, что вы там сидите. Это уж извините. Но как только заплатят за вас, вы оттуда вылезете. Вот имейте в виду. Вот такая у нас картина сейчас с этими самыми банками. Я вам очень рекомендую, советник президента нашего, академик Глазев, подготовил доклад для Совета Безопасности. Называется он так. Речь о неотложных мерах по отражению угроз существованию России. В этом докладе он приводит все необходимые данные, которых трудно достать. Вот такие данные, которыми мы сегодня пользуемся, это трудно тоже и посчитать. Хорошо, товарищи, работу сделали, товарищи. Вот там есть все необходимые данные, и вывод делается, предложение, что сделать, в частности, по снижению ключевой ставки. Сколько вы думаете, сколько ключевая ставка в США? 0,5. От 0 до 0,25%. Процент. Ну почему не хорошо? Ну почему не воспользоваться хорошим опытом? А и темпы инфляции там низкие. Им не нравится, что у них темпы инфляции. Они хотят немножко повысить ключевую ставку, может быть, до 1%. До 1, чтобы немножко инфляция пошла. А инфляция означает, что у вас денежки забирают, тогда вы начинаете покупать. Вот я вам советую, это можете найти в «Бизнес-газете» доклад. Это вот по такому называется. С. Глазев. Речь о неотложных мерах по отражению угроз существованию России. Там же сформулировано и вывод Глазевым такой, что нынешний денежный блок действует в интересах иностранных государств. Вот такая на сегодняшний день картина у нас.
не только с зарплатой, но и с другими параметрами экономическими. Спасибо за внимание.